Доброго дня, глядачі. Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». Студія Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми говоримо про наше здоров'я. І з цього приводу завжди до нашої студії приходять гості, які найбільше знають про здоров'я, хвороби і як з ними боротися. Отже, сьогодні в нашій студії Качаліна Любов Іванівна, обласний позаштатний дитячий інфекціоніст. Доброго дня вам. Добрий день. І хоча інфекціоніст дитячий, але і про дорослі. Ми будемо говорити сьогодні про ту хворобу, яка стосується і дітей, і дорослих. Це грип. Якраз розпочинається сезон, так, так Любов так. Іванівна? Так. І сьогодні ми говоримо про те, як запобігти цій хворобі, або як ефективно її вилікувати. Звісно, що наші рекомендації являються тільки рекомендаціями для ознайомлення. Звісно, що у будь-якому випадку треба звертатися безпосередньо за призначенням лікування до лікаря. Отже, Любов Іванівна, про грип. Дуже часто батьки дітей і дорослі, навіть маючи великий досвід з захворюваннями ГРВІ і грипом, плутають застудні захворювання і інфекційні захворювання. Чим вони відрізняються, як їх відрізнити між собою і до якого типу відноситься грип? Спасибо большое за вопрос. Значит, что хочу сказать. Значит, бояться не нужно. Мы знаем, что сезонное повышение вирусной инфекции гриппа каждый год у нас. Да? Это чаще всего весенний период, осенний период, осенне-зимний период. Поэтому каждый год у нас идет повышение заболеваемости. Значит, что такое сезонное повышение? Это вирусная инфекция. Чем представлена, да, каждый год? Это риносинтециальный вирус, это аденовирус, это парвовирус, это энтеровирус и множество других вирусов. Да? Но больше, конечно, заслуживает внимания, конечно же, грипп. Почему грипп? Потому что он протекает намного тяжелее, чем все эти вирусные инфекции. А чем клинически проявляется? Это, конечно же, высокая температура. Отличается тем, что высокая температура, вот, и слабость, головная боль, боль в суставах может быть. Да, вот при гриппе, в общем-то, вы особо не будете активны, а будете стараться, будете лечь в постель и отдохнуть. Да, вот, поэтому этим тяжестью состояния. И вызывается определенным вирусом инфлюенса. Вот. И каждый год вы знаете, что особенно, да, сколько гриппов существует, много видов, А, Б и С считается. Но грипп А, он наиболее изменчив антигенно, каждый год новый вирус, вы знаете, да, вот если в 2009 году, вы помните, калифорнийский грипп у нас был, H1N1, да, вот, то в этом году вирус Мичиган, предполагается, вот такой, и каждый год, в общем-то, меняется количество. То есть это прогнозовано? Да, да. Лекари могут передбачить, какие вирус в конечно, этом году совершенно верно. Существует морить людей. Да, да, совершенно верно. Значит, вы знаете, в России, у нас на Украине существуют институты гриппа, которые этим занимаются, изучают вирусы, которые вот в нашем регионе, да, возникают, и готовится вакцина, естественно, и готовится как вакцина от того, уже, так сказать, который будет воздействовать на тот грипп, который, тот штамм гриппа, который каждый сезон у нас должен быть. Как себя застережете? Как же себя защитить? Значит, существует специфическая профилактика и неспецифическая. Значит, ну, специфическая профилактика – это вакцинация, да, ежегодная вакцинация. Значит, родители сами решают, как они хотят, они вакцинировать больного ребенка, там, взрослые, да, беременные особенно. Это уже их решение, но, конечно, нужно вакцинироваться, хочу сказать. Вот. И, скажем, обязательная вакцинация подлежат группы больных. Это с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, там, с нарушением кровообращения, ВИЧ-инфицированные, дети, которые находятся, скажем, в изолированных коллективах обязательно. Вот. Дальше иммунодефицитное состояние, дети, которые получают длительно аспирин, там, связанный, скажем, с заболеванием ревматоидный артрит, вот такое заболевание. Заболевания есть очень нехорошее. Вот. И множество заболеваний, вот такие вот, сахарный диабет, кстати, тоже является, эти все заболевания. Показником для вакцинации. Да, да, обязательно нужно вакцинировать. Хочу сказать, что какие же сейчас вакцины к нам представлены. Значит, это французская ваксигрипп вакцина, очень хорошая. Вот. Ну, сейчас очень много вакцин.
вакцин, так что вы должны, конечно, посоветоваться с врачом по месту жительства, семейным врачом, какую лучше вакцину избрать, как ее провести, как это сделать. Конечно же, вакцинироваться лучше заблаговременно. Угу. Вот, скажем, у нас с октября планируется заболеваемость, с октября и до мая месяца. Поэтому желательно за месяц-полтора, чем раньше, тем лучше, чтобы выработать. А зараз уже поздно вакцину? Нет, еще можно вакцинироваться, еще подъема заболеваемости нет. Вот, вот в этот как раз вот в осенний период. Еще единичные случаи только у нас гриппа и вирусной инфекции. Порога, превышения порога нет. Поэтому желательно сейчас вакцинироваться, конечно. Значит, что хочу сказать. Ну, в этом году у нас за 9 месяцев была заболеваемость взрослых. Около 900 случаев было у взрослых в этом году за 9 месяцев. И 406 случаев у детей. Это то, что, так сказать, зафиксировано семейными врачами, и те детки, которые обращались, и взрослые в стационары. Вот. И обнаружен, значит, как же обследуем мы этих детей. Значит, прежде всего делаются смывы с носоглотки и отправляем в центр, да, обследования, вирусологический центр, это на Лазурной-1. Вот, лабораторный центр сейчас, там вирусологический отдел, они обследуют это все, говорят, какими штаммами, так сказать, представлен данные, чем болеют угу. наши детки. И также ПЦР делается, ИФА, иммунофлюоресцентный метод, и методом ПЦР. Тяжелым больным, там, в реанимационных отделениях берется кровь. Берется кровь на ПЦР и уже определяется. ПЦР – это что? Это такой метод исследования, угу. цепная реакция. Вот. Это такой метод исследования. Вот. И уже ПЦР оно определяет точный вид и генотип этого вируса, и уже точно нам скажет, каким вирусом представлено это заболевание. Чем, что вы, этиология этого заболевания? Якость лікування відрізняється від того, залежить специфика лікування Конечно. Від того, який... Выгляд, Конечно. Вид гриппу вызначен. Конечно. Значит, если у вас появились первые симптомы гриппа, какие первые симптомы? Это повышение температуры, это чаще всего высокая температура, 38,5 и выше. Это головная боль, это слабость, это боли в суставах, вот, недомогание очень сильное. Вот, то, конечно же, необходимо сразу же вызвать врача. И уже, так сказать, врачом будет осмотрен больной и поставлен будет диагноз. И, конечно же, самолечением заниматься не надо. И чем раньше вы вызовете врача, тем лучше, потому что, вот, скажем, вот этот Мичиган вирус, он отличается тем, вот статьи уже появились и в Фейсбуке, и в интернете, он отличается тем, что, в общем-то, вирус очень нехороший, и в течение первых трех суток может вызвать поражение легких, именно пневмонию. Ага. Поэтому очень важно, чтобы вас посмотрел врач, назначил вам правильное лечение, и вы лечились уже дома. Там и лечение отличается, там специально при гриппе специфическая противовирусная терапия, в частности, азальтамивир или тамифлю еще его называют. Этот препарат назначается взрослым и детям. Особенно опасен этот вирус для беременных. Поэтому, конечно же, врач уже решает, назначать противовирусные и какие лучше назначить препараты. Щодо ефективності при самолікуванні, все одно ми говоримо, що самолікування шкідливе, самолікування не призводить ні до чого хорошого. Совершенно це говорять вірно. Всі лікарі, і ми постійно це повторюємо в ефірах, наприклад. Да, 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 да. Але все одно люди йдуть, купують самостійно 4 заповітні таблетки, які да, вважають, що... Так, обычно назначают лечение. Да, ну, это, конечно, безграмотно. Конечно, нужно вызвать врача и врач, чтобы назначил вам соответствующую терапию. Или же врач уже определит и тяжесть состояния ваше, или же вас ставить дома, или госпитализацию предложат. Конечно, от госпитализации тоже отказываться не нужно, потому что это дает грипп, ежегодно дает очень серьезные осложнения. Поэтому врач уже решает, как вам быть и как лечиться дальше, понимаете? Это тоже очень важно. Плюс изоляция, или же вы в стационар пойдете, или же останетесь, так сказать, в семье, конечно же, нужна изоляция, или отдельная комната будет предложена там ага. больному, отдельно постель, чашка, ложка отдельно, проветривание, там влажная уборка, вот, свежий воздух и так далее, это тоже очень важно, потому что тоже члены семьи тоже могут заболеть, если не будут выполняться элементарные санітарно-епідемічні норми. Понимаете, при яких так? показниках варто замислюватись про те, щоб знижувати температуру? Значить, якщо температура вище 38,5, то можна давати, звісно, жаропоніжаючі препарати. Ну, дітям ми рекомендуємо які? Парацетамол,
да, парацетамол, препараты, ибупрофен, вот это те препараты безобидные, которые меньше всего дают побочных реакций, аспирин ни в коем случае назначать нельзя, ни взрослым, ни детям. Вот. Если же предрасположенность к судорожному синдрому, если очень какое-то там серьезное осложнение, судорожная готовность, то выше 38 градусов уже дается обязательно жаропонижающие препараты. Если не падает температура, значит, вызывается скорая помощь, и там уже делается лептическая смесь, в зависимости от возраста, делается больному. И сколько тримається обязательно... температура при середньостатистичному триванні грипу? Значит, при грипе может быть длительная температура, хочу сказать, трое, четверо, может и пять суток. Но, как обычно, задается такой вопрос, назначается ли антибиотикотерапия, да, антибиотики при этом заболевании. Конечно, в острый период, только начало заболевания, конечно, на вирус антибиотик не действует. И, конечно, заниматься очень часто больные антибиотики пьют с первого дня, это ни в коем случае недопустимо. Значит, этот вопрос решает только врач. Чаще всего, когда есть показания для назначения антибиотикотерапии, это гипертермия, то есть высокая температура больше трех суток. Угу. Это уже является показанием для назначения антибиотика. Но это, говорю, тоже, опять же, решает врач. Слушает вас, смотрит, потому что это уже показывает о том, что может быть осложнение очень серьезное. Вот. Дальше. Значит, какие еще показания? Если... скажем, у вас уже была высокая температура, вы уже как-то полечились, вам стало легче, и вдруг через 3-4 дня снова высокая температура, идет 38,5-39, это тоже является, в общем-то, показанием, и надо немедленно вызывать врача, это говорит о том, что чаще всего идет очень серьезное осложнение уже, и в этом случае тоже показаны. Ну, уже в стационаре врач смотрит показания крови, вот, и тоже там решает, уже по показаниям крови, решает о назначении антибиотикотерапии. То есть мы знаем, что вирус очень ослабляет организм и дает дорогу бактериальной инфекции. При бактериальных осложнениях, там отиты, пневмонии, бронхиты, синуситы, вы знаете, очень серьезные осложнения дают грипп, поэтому бактериальная инфекция, значит, надо давать антибиотикотерапию. Все индивидуально решается, вот, как ребенок приносит чи препараты, чи не приносит. Чи можливо уникнути ускладнень цих? Возможно, но хочу сказать, что, конечно же, вакцинация необходима. Это не, если вы, так сказать, вакцинировались, это не значит, что вы не заболеете. Вы можете заболеть, но в более легкой форме, и у вас не будет тяжелых осложнений. Ага. Понимаете? Поэтому это очень важно. Вакцинация очень важна в данном случае. Насколько страшный грипп, сколько ускладнений? Конечно, совершенно верно. Он дает тяжелые, ну, это, конечно, тяжелое, это пневмония, очень серьезное такое осложнение дает, поэтому... Все это нужно избежать и вовремя, так сказать, больной должен получить квалифицированную своевременную помощь. Поэтому обращайтесь к врачу обязательно. Щодо їжі та питного режиму під час хвороби. Так, да. Значит, что хочу сказать. Конечно же, и профилактически является, не специфическая профилактика, это правильное питание. Это правильное питание, то есть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, витаминизированная пища, да, ну там мы рекомендуем и клюквенные соки, и морсы там, и, пожалуйста, облепиха, там брусника, да, что у вас есть, вот такие витаминизированные овощи, фрукты, лимон, да, там имбирь, пожалуйста, это все, конечно, старайтесь употреблять, нужно быть на свежем воздухе, вот, и, конечно, гигиенические мероприятия очень важны, скажем, вы, конечно же, там, скажем, ездите в общественном транспорте, да, но при таких вот высокой заболеваемости нежелательно посещать, там, скажем, мероприятия с большим количеством людей, потому что заражение очень высокое, это же воздушно-капельная инфекция. Вот. Ну, вы там были в транспорте, там ребенок посещает школу, детский сад, вы там пришли после работы, значит, естественно, вы общались много количеством людей. Значит, прийти домой обязательно умыться мыльной водой, руки помыть с мылом, да, лицо умыть, и там нос и горло желательно прополоскать, тоже обязательно смыть, так сказать, места, где внедряется эта инфекция, где чаще всего скапливается эта инфекция, это тоже очень важно, скажем так. Вот. И, пожалуйста, витаминизированную пищу, больше жидкости пить стараться, да, вот чаи, там, морсы и так далее. Під час самої хвороби, особливо, що стосується дітей, дітей і так багатьох нагодувати дуже важко. Так, так, а під час високої температури і взагалі нічого не хочеться. Що, конечно, головне?
Главное, конечно, питьевой режим. На первом плане пить больше жидкости. Что будет ребенок пить? Там щелочное питье, боржоми, поляна квасова. Или вы чай заварите, или клюквенный морс там сделаете. Скільки це родини має бути? Ну, смотря в зависимости от возраста ребенка. Ну, скажем, если ребенку 5-6 лет, ну, где-то литр жидкости, он желательно, чтобы за сутки выпил. Чем больше он пьет, потому что он теряет. И высокая температура, потеет, озноб может быть. Поэтому стараться больше жидкости. А диета молочно-растительная стараться. Там молочко, каши и растительные там, салаты, яблоки такое вот. Щодо молока свіжого, молока, особливо, коли висока температура. Тому що багато хто говорить, ну, між собою, там, чи, що організм якось не так реагує при високій температурі на молоко, і що молоко при високій температурі Тепле молоко, гаряче давати не потрібно, тепленьке молочко, якщо ви поп'єте там з медом, я думаю, сколько там, 100-200 грам, то нічого страшного не буде. Соки старайтесь пить, чаї, я знаю, морси, вот это все, клюквенные, пожалуйста. То есть, видимо, яблоки, там, что, бананчик стараться, лимон, да, там, имбирь, там вот сейчас очень, да, пожалуйста, эти чаи, это все очень полезно, пожалуйста, это все можно. Чем больше жидкости витаминизировано, это только ребенку будет лучше в этом случае. Якими нетрадиційними способами, я маю на увазі не ліками, можна знизити температуру дитині і полегшити її стан? Значит, можно, хотя там жаропонижающие препараты, если не помогают, то, конечно же, это охлаждающее мероприятие. Значит, скажем, мы обтирание проводим. Там спирт, уксус и вода в равных количествах. Ребенка нужно раздеть и растереть до красноты, до кожи. Хорошенько растереть. Да, растирать. Все тело. Все тело растирать, конечно, до красноты. Именно периферию, ножки, ручки, тело. Или вентилятор включаете вы, или, там, скажем, полотенцем начинаете такие вот движения, чтобы воздух двигался. Пожалуйста, это можно. То есть вот такие методы понижения температуры, физические методы охлаждения, или приложить там холодный, скажем, чаще всего на голову можно, на сонные артерии положить, скажем, бутылочки или, или грелку замороженную, через полотенечко, естественно, положить, и это тоже будет охлаждать, и физические методы охлаждения приводят к понижению температуры. Оптимальная температура навколо, какая має бути в помещении? Ну, конечно, жарко не должно быть в помещении, но хотя бы в зависимости от возраста, ну, в общем-то, 22 градуса, 23-20 градусов. Это считается оптимальная температура для самочувствия, скажем. Особенно, когда высокая температура, то укутывать ребенка нежелательно. Обычно там ватным одеялом высокой, ни в коем случае. И, да, смотреть, какая еще температура может. Потому что тут разные есть температура, скажем, бледная, может быть и красная. Да? Вот особенно опасно, если высокая температура, и ребенок стал бледным. То, конечно же, надо сразу же вызывать врача. Да, это нужно согреть ребенка, потому что идет спазм периферических сосудов, то в этом случае нужно согреть ребенка, конечно, и коли получить... Коли висока температура, наприклад, а кінцівки холодні і бліді. Вот, совершенно верно. Холодные руки, холодные ножки, а голова горячая, тело горячее, и может быть даже озноб сильный, да, то такого ребенка нужно согреть, немедленно вызывать скорую помощь, потому что будут сделаны препараты соответствующие, надо спазмолитики, чтобы снять этот спазм, так сказать, жаропонижающие препараты, поэтому тут вот... А если красный ребенок весь разогрелся, то жаропонижающее нужно дать, если высокая температура нужно дать, потому что высокая температура, скажем, 39-40, очень опасна для детей. Может вызывать и остановку дыхания, судорожный синдром может быть на фоне высокой температуры. Поэтому таким детям нужно мерить обязательно температуру. И смотреть за ребенком, быть, чтобы кто-то взрослый был обязательно возле больного. И как нам то поможет такие... Славно звісні цибуля, мед, малина. Ну, в принципі, це фітонциди, це завжди поможе і по профілактичній цілі, і при ліченні, звісно ж, це везде це приветствовалось, это и лук, и чеснок, конечно, пожалуйста, ну, скажем, в вечернее время, уже перед сном, то вы немножко можете покушать, это все профилактика гриппа, конечно, это все. А мед с малиной? То же самое, конечно. Ну, вылечить, скажем... Скажем, смотря какое течение, конечно, просто советоваться с врачом надо, но я думаю, не навредит. Я думаю, это все не навредит, это все витамины, поэтому все это поможет в лечении. Конечно, мед, конечно, это же и там все необходимые витамины есть, и считается антибактериальный препарат, это считается мед, и стимулирует иммунную систему, поэтому мед, конечно, показан в этом случае. При простуде, при заболеваниях, гриппом очень показан.
Чай с медом – это очень полезно. Прикуску, только вы знаете, что горячий, горячий чай, мед нельзя. Прикуску, да, или теплым чаем пить обязательно, что разрушается мед. А так мед – это очень полезная вещь, да, можно ее употреблять. Повернемося до того грипу, який очікується в цьому році. Це Мічиган, ви казали, що це агресивний грип, так? Да. З ускладненнями викликає пневмонію. Так, тяжеле воспаління. Ну так нам прогнозують наші, так. Прогнозируют институт гриппа, что будет давать. Поэтому, говорю, в таких случаях это очень серьезное заболевание, поэтому обращаться обязательно к врачу нужно. Особенно вот обращать на себя беременные женщины, дети. Самая уязвимая группа, возраст, это до 5 лет дети и взрослые старше 65. То есть они очень, так сказать, наиболее чувствительны к этим заболеваниям. Ну, а прогнозируется возраст, который чаще заболеет, от 25 до 50 лет. Вот считается, что он будет максимально, эта возрастная группа будет болеть. Посмотрим, как оно будет на самом деле. До того, ще, як ви сказали, що прогнозується вірус Мічиган, зараз інтернет-ресурсами дуже часто ходять в нас такі прогнози свої, так? І дійсно говорилося в цих прогнозах про Мічиган і про те, що проти нього вакцини не існує в Україні. Ні, це неправда, тому що всі вакцини, от, які нові, кожен рік нова вакцина, розумієте? І інститути грипу виготовляють вакцини, которые именно защищают нас от того вируса, который предполагается. Все же изучается. Поэтому каждый год против этого вируса есть там тоже обязательно. Обязательно антитела. А если мы уже перехворіли этим вирусом, например, восени, чи очікувати нам, что мы можем повторно? Понимаете, смотрите, чем вы переболели. Если вы переболели какой-то сезонной вирусной инфекцией, да, еще есть парагрипп, да, или, скажем, вы гриппом Б заболели, он обычно не очень тяжелый, но вы опять проконтактировали с больным с гриппом А, и вы можете снова заболеть, понимаете как? У вас вырабатываются антитела специфическому к этому возбудителю, который вызвал, а другой уже возбудитель. Будитель, ви вже не захищені. А от саме Мічиган, ви виробляється захисні оці? Ну, в вакцині воно є, і, звісно, кожному вірусу вже защита антитіла виробляється, звісно. Уже защита, якщо ви переболели цим вірусом, то, як би, вважається повторно цим вірусом, ви вже не повинні заболіти. Другим можете, а от цим ні. Є ще час, поки Мічиган нас настигне в Україні, так? Да. Давайте закріпимо матеріал, що ми робимо зараз, щоб Мічиган для нас був не такий страшний. Значить, прежде всего, не специфічна профілактика. Це правильне питання, збалансоване, білки, жири, углеводи, вітамінізована піща, да? Здесь і фрукти, овощі, пожалуйста, там соки, морси, клюквини, обліпіха, да? Маліна, каліна, брусника. Все, що ми, так сказати, заготавливаємо, пожалуйста, це кушати, тому що там багато дуже вітамін. Вот. Пожалуйста, и фитонциды, пожалуйста, там чесночок, лучок, да, это все тоже нужно кушать. Вот. Гигиенические мероприятия, то, что я сказала, да, пожалуйста. Моем руки. Да, моем руки, умываемся, нос, считается глотку сполохнуть, если вы были в каких-то мероприятиях там массовых, да, больше быть на свежем воздухе, вот, скажем, парк, лес там, да, вот такие вот, пожалуйста, когда хорошая погода, пожалуйста, отдыхайте, дышите свежим воздухом, проветривайте в квартире, конечно, влажную уборку нужно делать, потому что вирус оседает с пылью, поэтому старайтесь. Если кто-то заболел, значит, обязательно изолировать, не контактировать с этим больным, постарайтесь так, вот, считается, что заболел, оставайся дома, да, и вызывай врача. Вот, чтобы мы меньше сталкивались с больным. Это тоже очень важно. У нас есть герои, которые ходят на работу. Это очень плохо, понимаете? Потому что герой, он инфицирует окружающих, понимаете? Инфекция... Треба выгонять конечно, его с работы, конечно. Если закурив, так? И опасен больной в течение, в общем-то, 7 дней, пока он выделяет этот вирус. А если заболел и дало осложнение, даже больше 7 дней, скажем, пневмония, есть там отит, да, бронхит, считается даже больше намного, там 10-14 дней больной выделяет этот вирус, воздушно-капельный путь передачи. Поэтому при кашле, при разговоре больной выделяет в окружающую среду этот вирус. Поэтому и вирус очень там стойкий в окружающей среде, в пыли, в квартире он сохраняется длительно. Поэтому вот такие вот мероприятия. Ну и, конечно, специфическая профилактика. Все-таки это тоже важно, потому что вы тогда уже получите защиту, не заболеете тяжело, а если заболеете, то не будет осложнений.
Ну, вакцинуватися потрібно по всім правилам, так? Так, совершенно верно. Іти к врачу сімейному і рішити вопрос, яка лучше вам вакцина. Під час цього треба бути абсолютно здоровим. Конечно, надо здоровым, анализ крови сделать, щоб вас врач посмотрел, і вибирати вакцину, і вакцинировать, чим раніше, тим лучше. Вообще считается до эпидподъема за месяц-полтора. Ну, время еще есть, пожалуйста, октябрь, ноябрь, еще можно вакцинироваться. У нас сейчас единичные случаи, и подъема заболеваемости особого нет, порога тоже не превышен порог. Поэтому, пожалуйста, вакцинируйтесь и будьте готовы. Дякую вам. Сподіваюся, що завдяки вашим порадам ми залишимо здоров'я. З нами сьогодні була Любов Іванівна Качаліна, обласний позаштатний дитячий інфекціоніст, який найбільше всіх, напевно, знає про грип, його наслідки, як його лікувати. Дякую вам за надану інформацію. Здоров'я вам, не боліть. Всього доброго. Поменше вам в інфекційній лікарні пацієнтів. Тобто всі будуть здорові. Нашим глядачам бажаємо, щоб ви не хворіли і, дотримуючись тих порад, які сьогодні отримали, зберігали здоров'я своє та своєї сім'ї. До побачення, до нових зустрічей.